Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Сьогодні, 20 листопада, до Очакова повернулися броньовані артилерійські катери і буксир Військово-морських сил України, атаковані та захоплені рік тому російськими військовими у нейтральних водах поблизу Керченської протоки. Про те, в якому стані перебувають кораблі ВМС України, ці, котрі повернулися, і також інші, про те, коли буде оновлений корабельний склад і що для цього потрібно зробити, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Сергій Кривко, головний конструктор проєктів державного підприємства «Дослідно-проєктний центр кораблебудування». Вітаю вас. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Ну і перш ніж поговорити про сьогоднішню подію, повернемося майже на рік тому. На події 25 листопада 2018 року маємо фрагмент відео, знятого росіянами зі свого боку на своєму кораблі. Спроба навалу прикордонного корабля російського на буксир Яни Капу. Будь ласка, відео. Росія вдалась до агресивних дій по відношенню до України у нейтральних водах. Військові сусідньої держави стріляли по українських кораблях, коли ті виходили з Керченської протоки. У мережі інтернет з'явилось відео тарану російським прикордонним кораблем «Дон» нашого рейдового буксира «Яни Капу» при намаганні перетнути Керченську протоку та зайти в Азовське море. Давай, давай, прижимаємо, лево 5, лево 10, стой, машина, стой, машина! Лево на борт! Есть лево на борт! Руль лево на борт! Назад! 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 Даю назад! Давай! Давай! Держаться всем! Лево на борту! Держаться! Борту! Ю! 8.21! Вперед! Машина 4 вперед! Лево на борт! На борту! Лево! Дії російської сторони були засуджені і на міжнародному рівні, в тому числі був вирок міжнародного трибуналу, морського трибуналу, котрий вимагав від Росії негайно повернути і моряків, і військові кораблі. Втім, моряки повернулися трошки за іншою схемою 7 вересня. Повернулися до України разом з іншими заручниками з російського боку. Кораблі повертаються сьогодні. Зараз ми спробуємо послухати телефоном нашого колегу, директора інформаційного агентства «Чорноморські бізнес-новини», волонтера Олександра Діордієва, котрий сьогодні був в Очакові. Хочемо поцікавитись у нього, що він побачив. Якщо він на зв'язку, я пропоную дати йому слово. Можливо, трошки доведеться почекати, поки ми зв'яжемося. Алло. Як мене чути? Так, Олександре, якщо можна, трошки голосніше. Спробую. Що саме вдалося сьогодні побачити? Чи можете ви сказати, чи всі кораблі прийшли і в якому вони стані? Стан кораблів наразі невідомий. На даний момент завели до військового порту один катер та буксир Яни Капу. Який саме катер, не вдалося розібрати. Інший катер зараз ще не довели до порту. Через штормову погоду там з ним поки що, ну, можуть бути проблеми. Це офіційна інформація, що саме через погоду? Так. Коли орієнтовно він може дістатися Очакова? Я думаю, десь хвилин за 30. Ваша думка як журналіста і експерта у цій сфері, як ви вважаєте, наскільки такі кораблі серйозну силу являють собою? Ну, це поки що те, що Україна собі може дозволити, скажімо так, в тих умовах, в яких ми знаходимося. Крім того, ці катери – це більше такий многоцільовий варіант з урахуванням того, що є Азовське море, яке не надто глибоке, є Дніпро, є Дунай, тобто вони таки мають багатоцільове використання, і саме з тих міркувань вони вироблялись.
Дякую, Олександре. Будемо на зв'язку. Дякую, на все добре. Це не ракетні катери. До побачення. Дякую. Пане Сергію, ну давайте з кінця почнемо. Як ви оцінюєте бойову міць, потужність таких кораблів? Ну, тоді я дозволю собі відповісти на русском языке, мне так будет, наверное, удобнее. Я бы так не оценивал боевую возможность. По отношению к чему? Вот это другое дело. То есть все должно быть сопоставление. Сильный калашников автомат или нет? По отношению к чему? Опять же, да. Поэтому и катера, они должны были занять свою достойную нишу еще в довоенный период. Ведь первую подсерию пытались заложить на заводе «Ленинская кузница», тогда он так назывался, еще в 12-13 году. Да, но в силу каких-то там политических дрязг завод обвинили, что он бракодел. Контракт был разорван между Министерством обороны и заводом. И на этом все остановилось. Второй заход на эту тему сделали уже, когда начался конфликт на Востоке. Поэтому говорить, что катера чему-то не соответствуют, надо четко понимать, какие флот перед ним ставил задачи. Да, захватить Босфор с помощью этих катеров не удастся, как старая царская идея была для российского имперского флота. Ну, императорского. Украинская рисковая доктрина не предпочитает. Да. Это, но даже если бы она и предусматривала, это не совсем тот средство, с помощью которого решаются такие задачи. Поэтому катера, освоенные флотом, они могут решать свои задачи. Другое дело, что вот это вот событие, которое состоялось год назад, в ноябре 2018 года, оно больше, конечно, имеет не тактический, не технический вариант решения, а чисто политический. И мне бы не хотелось эту тему обсуждать. Там слишком много политики. А пострадали катера. Вы говорите про причины цієї події. Да, я бы даже хотел сказать, вообще о исходной посылке, зачем надо было в это ввязываться. Ну, и в свое время на форумах того времени вы можете найти мнение действительно специалистов, хоть они там проходили инкогнито, еще не было самого факта захвата катеров. Это откровенная политическая авантюра. Это вот мое личное мнение. Это не мнение предприятия, это, хотя мы проектанты этих кораблей, да, это откровенная политическая авантюра. И не надо было этим заниматься. Что самая авантюра, чтобы мы поход, уже закрыли эту тему? Да, с прорывом через Крымский мост в Азовское море. Наверняка это можно было решить как-то по-другому, если нужда была именно в переброске катеров. Ведь первую подсерию перебросили спокойно по сухопутью. Никаких проблем не возникло. А потом был прохід и морем? Ну, это были не боевые корабли, это вспомогательные суда. Буксиры, плавбаза, да, это не совсем, так сказать, одно и то же решение. Но, опять же, наверняка тот проход был, скажем так, с разрешительной системой. Нравится нам Россия, не нравится, да, но она хозяйка положения сегодня в зоне Керченского пролива. И, к сожалению, с этим приходится считаться. И просто так идти на пролом, это не те силы, которые могли бы проломить эту брешь. Але ж атака почалася тоді, коли вже пішли додому. О, я не хочу это комментировать. Это слишком скользкий момент. Ви вже почали комментировать. Когда атака началась, с чего? С таким же успехом, можно сказать, если атака началась, почему мы не отвечали на огонь огнем? Это же питание. Да, тоже проблема. То есть это явно не предмет обсуждения на нашем Николаевском телевидении. Это больше вопрос прокурора. Ну, ми теж маємо право знати, правду. Я розумію, ви не в курсі всіх деталей. Це різні речі. У коментарі 4-му телеканалу, що сьогодні було оприлюднено, командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко сказав, що з кораблів зняли буквально все, що змогли, аж до найдрібніших деталей. Чи було там щось, втрата чого може бути важливою? Ну, на мой взгляд, то, что сказал Воронченко, наверное, это может иметь место по той простой причине, что предыдущие факты передачи кораблей из Севастополя нам и даже во времена более-менее мирного существования двух стран, России и Украины, при дележе флота, мы получали корабли, конечно, в самом безобразном виде, в полуразобранном. И мало что довелось потом восстановить и использовать.
Вот тут я Воронченко 100% доверяю, могли снять все. С точки зрения техники, да, некоторые вещи наверняка для россиян были новинки, и те технические решения, которые были применены на этих кораблях, они представляют определенный интерес для развития собственных средств поражения или средств обороны. Ну и, на мой взгляд, там самое серьезное, это первое, это ответчики госопознавания, а они на нем, на этих катерах стояли. И радиосредства... Это называется «Свий чужий»? А? «Свий чужий»? Да, это «Свой чужой», но на катерах нет запросчиков, есть ответчики. Но даже ответчики – это тоже достаточно, скажем, деликатная тема. А вот средства радиосвязи, это американская радиостанция «Харрис», которые себя очень хорошо зарекомендовали на Востоке, они с многократными такими средствами... На сходе Украины, сейчас у Вінничі. Зараз під час Вінничі. Да, во время войны, когда пошли к нам поставки этих радиостанций американских, они с хорошим, так сказать, кодированием и средствами перестройки частоты, которые позволяют в условиях активных радиопомех все-таки осуществлять связь, поддерживать ее и осуществлять передачу данных. Вот эти радиостанции, если попали и не были уничтожены нашим личным составом и попали к россиянам, то это, я считаю, не очень хороший показатель. Да. Этого не должно было быть. Потому что при всех всяких внутренних криптозащитах для специалистов, наверное, не проблема была бы вскрыть и понять, что там и как делается. Чтобы потом обладателя этих радиостанций все-таки давить, лишать его связи, лишать его командных установок и прочего. Вот это вот, да, серьезно. Остальное ничего, все традиционное. Оружие там такое же, как и у россиян, только украинского производства, то есть ничего там экстренного нет. Двигатели, да, из популярных международных каталогов. То есть, а вот связь и госопознавание – это серьезно. Враховуючи і те, що ви щойно сказали, і те, що навіть раніше, навіть при поділі Чорноморського флоту, діставалися нам не кращі кораблі, м'яко кажучи, чи варто нам сподіватися і, можливо, домагатися повернення кораблів, які залишилися в Криму? На мій взгляд, немає сенсу. Це дуже, во-первых, львіна доля тих кораблів, які залишились в Криму, мають на борту комплектуючі обладнання советского, скажем так, российского производства. Там очень мало изделий, которые производились на территории Украины. И даже если они когда-то и производились на территории Украины, то воссоздать это производство, это обойдется в такие большие деньги. А менять то советское, я больше уверен, поврежденное оборудование и вооружение на что-то новое, ну, наверное, дешевле построить новый корабль в этом же диапазоне водоизмещения. Это речь может идти о двух кораблях проекта 124М, постройки завода Ленинской кузницы. Один вышел, по-моему, в 2004 году, а второй в середине 2004, второй в середине 90-х. Это Луцкий Тернополь. Это более-менее... Это за классом корветы. Ну, они класс корвет по-украинской, а по советской классификации это малые противолодочные корабли. Проекта 1124М. Да, вот это еще более-менее какие-то ходоки. Неплохо было бы получить и тральщики, но я боюсь, что они тоже так ухахаканные. Так что... Ольшанский? Угу. Ольшанский. Единый Ольшанский, великий десант, который у нас был. Ну, по Ольшанскому отдельная должна быть тема. Да, он неплох был, когда мы активно ходили в Средиземное море, он где-то там мог присутствовать, выполнять какие-то миротворческие операции. Но технически это корабль тоже устаревший, и я не знаю, вписывается ли он в тактику действий украинской морской пехоты. Это корабль, в общем-то, который должен был вывозить батальон танковый и плюс личный состав, ну, далеко, скажем так, в Африку, в Средиземное море. Это в рамках советских эскадр, где, допустим, прикрывать союзничков типа Египта, Ливии и прочего. Если у украинского командования военно-морского или Министерства обороны задачи по решать в том регионе, я не берусь сказать. Но корабль, в общем-то, не из дешевых в эксплуатации, надо сказать. Поэтому
Лучше решать проблему вот тем Олеференко, бывшим Кировоградом, или ремейк этого корабля сделать. Это, я думаю, как раз для задач наших ВМС. Знову ж таки, якщо говорити про застарілість, чи повністю вписується в таку схему і крейсер ракетний, котрий досі стоїть, котрий з колишнього заводу імені 62-го комунара? Він взагалі нікуди не вписується в наших українських реаліях. Поэтому... Занадто потужний. Так я би все-таки не називав це так. Занадто потужним він був наприкінці 80-х. Не лише за озброєнням, а... А по всему остальному, по энергозатратам. Кому надо корабль, у которого мощность энергетической установки в 110 тысяч лошадиных сил? Ну и дальше, что с этими лошадями делать? Если ему для заправки, на полную автономность, надо порядка 2000 тонн качественного дизельного топлива. Сколько сегодня дизельное топливо литр стоит? 30 гривен. Вот умножьте эту цифру, сколько будет одна заправка. Ну, це тільки, скажімо так, на місяць вийти в море. Ви працювали над цим проєктом? Так. Я навіть мав честь бути заместителем головного конструктора на цьому кораблі в своє время. Як ви вважаєте, як логічніше, найкраще його долю вирішити? Ну, от є сьогодні указ предыдущего президента о демілітаризації. Я думаю, цей процес треба продовжувати. Ми зробили кілька попыток реалізувати цей корабль в том виде, в каком есть, может быть, даже в части модернизации какой-какой, инопартнерам. Но даже достаточно богатые инопартнеры отказались. Индия, от этой идеи. Нет, да, последний у нас кто был, это была Бразилия. Мы участвовали в тендере на постройку корвета для Бразилии. И в качестве, так сказать, офсетной программы там проходили некоторые корабли, недостроенные в Николаеве, но находящиеся на ответственном хранении. В том числе и крейсер, который предлагался бразильцам в качестве возможного флагмана, потому что Бразилия тоже формирует авианосную ударную группу, она закупает корабли такого класса, собирается строить атомные подводные лодки, это все у него в программе есть. И не мешало бы иметь вот такой зонтик противовоздушной обороны, уже не ударной составляющей крейсера, потому что там у них противников особых таких нет, для которых надо использовать крейсер. А вот зонтик ПВО, да, вполне можно было на нем организовать для прикрытия этого соединения. Ну так, по логике развития событий. Приезжал сюда замкомандующего, сказал, наверное, тяжело им поднять такой корабль. И ви згадали про корвет, що саме, зокрема, Бразилія, наскільки мені відомо, цікавилась можливістю будувати корвети за вашим проєктом. І зараз поруч із нами на екрані кадри. Так виглядав корвет, так, коли я останнє його бачив у травні 2016 року. Ну, можливо, не в цьому місці, наскільки мені відомо, його трошки посунули, щоб там звільнити місце. Але саме так ці секції зберігаються і фінансування. Ну, я би назвав, извините, у вас не секції, а блоки. Блоки. І фінансування з кінця 2013 року заморожене і не відбувається. Чи відомо вам, коли може відновитися? Не з 13-го, мабуть, з 14-го, тому що деяке фінансування, яке отримало і наше підприємство, і завод, воно було переходящим через Новий рік. І останні цифри – це, мабуть, сентябрь 2014 року. Я був навесні перед тим, навесні 14-го. А що ти останнє пішли такі? Все було приблизно так, і тоді вже йшлося про те, що заморожено. Можливо, якісь ще фінанси проходили. Це просто старі аванси, у нас же розтягнуте удовольствие фінансування не одразу, так сказати, поки ти не освоїв, все не читався. Давайте спочатку послухаємо вашого колегу і тривалий час керівника центру Євгена Борисова. Ми поспілкувалися з ним телефоном, я поставив йому два запитання про те, чи відновиться будівництво корвета, скоріше навіть, чи потрібні такі кораблі українським військово-морським силам, як він вважає, і про те, чи здатні сьогодні наші підприємства будувати сучасні кораблі. Будь ласка, Євген Борисов. Що стосується кораблів класу корвет, чи потрібні вони в Україні, чи не потрібні, все залежить від тої політики,
яких планує проводити наша держава. Якщо Україна планує приймати участь у різного роду міжнародних операціях, різних видах зусиль, знов-таки, міжнародного плану, діяти за кордоном Чорного моря, ну, і в інших басейнах, то такі кораблі потрібні однозначно. Якщо ні, якщо ми замикаємося лише в Чорному морі, то вони не потрібні. Можна обійтись лише катерами, малими кораблями, та авіацією та береговими ракетно-артилерійськими військами. Що стосується готовності українських заводів до побудови сучасних кораблів, то, на жаль, на сьогоднішній день отак от зразу жодне підприємство, на жаль, до цього не готово, а потребує дуже серйозного аналізу стану, серйозної технологічної підготовки, серйозної кадрової підготовки і так далі, і так далі. Але ці задачі рішити можливо. Але це потрібно добра воля, відповідні фінанси і мудра державна політика, що стосується суднобудування. На жаль, цієї політики не тільки останні роки, а й, мабуть, усі роки нашої незалежності не наблюдається. А жодна страна світу, яка має своє власне суднобудування, не обходиться без підтримки держави у тому чи іному свойстві. Будь то пряма підтримка, чи якась там інші моменти, що стосується і податків, це стосується і різних преференцій, і ще багато різних дій, які держава здійснює на підтримку власного суднобудування, бо це є для незалежної держави стратегічна отрасль і елемент її національної політики. Ну, щодо корвету, ви в темі чи не найбільше за всіх, тому що і працювали над проєктом, і працювали із виконавцями цього проєкту. Сьогодні він ще не застарів, чи можна внести якісь зміни, якщо взятися? Ну, я би почав, мабуть, з інтерв'ю Євгенія Олексійовича. Перше, общі фрази, касаемые состояния судостроения и роли государства в его развитии, хороши применительно к гражданской тематике. А если говорить конкретно о корвете, здесь должно быть четкое техническое задание, отработанное по состоянию на сегодняшний день, под те задачи, которые стоят перед ВМС, и соответствующее финансирование. Все остальные льготы и прочие преференции, они учитываются в цене работ конкретного исполнителя. Поэтому это не совсем одно и то же. Это первое. В состоянии ли промышленность продолжить этот создание этого корабля, доведение его до нужной кондиции для испытаний и сдачи? Да, в состоянии, наглядная иллюстрация, это состояние работ нашего предприятия. Невзирая на то, что финансирования по корвету нет, мы достаточно успешно работаем. Вы говорите сейчас про свои предприятия. Да, а мы тоже корабелы, почему военное кораблестроение. Не только на внутренний рынок, да, а но больше на заводы внешний. Заводы отработали, если бы была гарантия финансирования именно этой тематики, ритмичного, качественного, прогнозируемого. А то сегодня так. До ноября деньги есть, а после ноября хоть расходитесь. Так никто не работает в судостроении. Он и так длительного цикла постройка корабля, это годы. А если еще искусственно финансирование через капельницу проводить, то действительно этим нет смысла заниматься. И никто им не будет заниматься, даже имея какие-то производственные, кадровые и технические потенциалы. Вот мое мнение. Это первая часть. Второе, по проекту. Так. Да, проект, конечно, сегодня надо пересматривать с точки зрения его комплектации специальной техникой. Здесь несколько причин. Первая причина – политическая. Многие европейские страны сегодня отказались сотрудничать с Украиной, оглядываясь на Россию. Да. Причем не только в области поставки вооружений, но и в области поставки
технических средств, двигатели, винты, валы, если это идет на военную технику. Мы это не скрываем, мы в открытую об этом говорим. Да. Это Италия. А? Италия, кто прежде всего Италия. Италия. Да, прежде всего Италия. Вот. Третье. Да, сегодняшняя геополитическая ситуация и ее принципиальное изменение в Черноморском регионе требует пересмотра состава средств, задач, решаемых кораблем, и как с точки зрения оборонительных, то есть каким угрозам он должен противостоять и какие угрозы он должен осуществлять. У нас хвилина максимум. Все вот это вместе, да, требует пересмотра технических заданий. Мы об этом военным говорим уже не один месяц, но, к сожалению, обратной реакции нет. Мы готовы эту работу выполнить. Но, к сожалению, первое слово за Министерство обороны. Дякую. Дякую, що прийшли до цієї студії. Гадаю, на будущее про що поговорити. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.